Надеюсь, ты закончил свои дела. Я тут уже задолбался. Клара, ее... К черту ее! Других проблем хватает. Она мертва. О, нет. О, боже, твою мать. Скоро буду. Пора совсем покончить. Отправлен усиленный патруль. Господи, ура!
Я взял кое-что. Надеюсь, ты не против. Думаю, теперь мы квиты. Разумеется, да. Бери, что нужно. Устранители дышат мне в спину. Я не знал, что Роуз мертва. Ей надо было просто уйти. Не доказано, что за этим стоит Блю. Блин, Эйден, да все может быть. Сам видишь, тут много чего не сходится. Подтасовка голосов, сделки, грамотный пиар, и все это замяли. После смерти Роуз они создали это. Я не знаю, что к чему, но этот код опасен. Что-то вроде... Я толком не въехал, но это как-то связано с политикой. Кандидат. Так вот, что он хотел. Уничтожь этот код, чел. Остальное... Можешь делать, что хочешь. Знаешь, Эйден, я... Мне жаль Клару. И мне. Плохие дела, с какой стороны ни глянь. Будь осторожен. Некоторых вещей лучше не знать. Компании Блюм придется объяснить появление сети ряда порнографических роликов, содержащих сексуальные. В сети появилось шокирующее видео. Мэр Рашмор убивает женщину Розу Вашингтон. Она, бывший работник сети ОС, год назад ее объявили пропавшей без вести. Мэр воздержался от комментариев. Мэрия официально заявила, что видео смонтировано группировкой ДЦЕК с целью дискредитации мэра. Он же Лаки Квин, знаковая фигура нашего города. Считается, он не один десяток лет работал с группировкой Chicago South Club, однако обвинений не выдвигалось. Причина смерти – сердечный приступ. Квина нашли в принадлежащем ему отеле «Мерло». Боже мой. Вот, блин. Сюрприз так сюрприз.
Речь будет, Дэмиан. Тебе есть что сказать? Они знают, кто я. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое правое. Ты обманул меня. Вот что главное. Я обманул? Ты виноват в смерти Клары. И племяшки. Кто-то семью отправил подальше, да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался, но все равно проиграл. Да, да, да. Боже, сколько можно трепать? А ты откуда? Прости. Новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, брось пушку. Оборжаться можно. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй-эй-эй, телефон тоже. Давай. Давай, бросай. Не знаю, чего хотел Дэмиан в последние минуты. Наверное, смерти. Я думал, что отомщу за смерть ребенка. Но вскрылось столько всего. Ложь, коррупция, проблемы города. Но я стал другим. Я не живу прошлым. Не сожалею. Иду вперед. Все связано. Это поможет раскрыть тайны. Защитить. А если надо, и наказать. Повторяю, мэр Рашмар мертв. Полиция не раскрывает деталей. Доказательства связи мэра с главарем Чикаго Саус Клаб Лаки Квином и коррупции во власти наводнили сеть. Совершил ли мэр самоубийство или же его устранили? Глава пиар-отдела Блюм Шарлотта Гарнер сделала заявление о недавних сбоях в работе CityOS. Мы не сомневались, что сеть CityOS станет лакомым кусочком для хакеров всех мастей. Мы доказали, что наша система может выдержать любую атаку. Результатом можно гордиться. Система безопасности устояла перед атаками, иногда отключая всю сеть, чтобы хакеры не получили доступ. Личные данные в безопасности. Система снова полностью функционирует. Все хотят проводить больше времени с любимыми. Участвовать в жизни общества, сделать наш дом безопаснее. Bloom Industries услышала ваш зов. Мы отправляемся в путешествие, чтобы объединить весь мир. CityOS 2.0. Специально для вас. На мировом уровне. CityOS 2.0. Технология на страже городов. Далее в программе женщина, которая лично была знакома с Эйденом Пирсом. Сегодня с нами известный детский психолог Иоланда Мендес.